еще грязь не смыта с кожи, только страха больше нет. Потому затих прохожий, удивленно смотрит вслед. А движения неловки, как будто бы из мышеловки, как будто бы из мышеловки, только вырвалась она. Затрясло это падение, за второе зарождение, за второе зарождение, и до полночи одна, и уже не искалечит смех лощеных дураков. Ведь запрыгнула ей на плечи мокрый ангел с молотов. А движения откуда эта визитка? Вадим, ну наконец-то. Ты где был? Дома. Ну что ты врешь? Я звонил 3 часа подряд. Куда ты делся? Дядя Валь тебя всю ночь искал. Я дома сейчас. Да я понял, что ты дома. Давай-ка вставай, иду в яхт-клуб. Мы с Гюнтером ждем тебя. Клуб «Дик». Приглашаю вас снова. Абонент доступен. Я не помню, где я был вчера. Это начинается опять. Нет, ерунда. Надо просто съездить в этот клуб и все вспомнить. Точно. ГУВД Петербурга. Капитан Верейкин. Простите. Кровь носом шла. Я что, арестован? Что-то случилось? Нет. Вы можете быть понятым? Это ненадолго. Нужно обыскать квартиру внизу. Да, конечно. А что там? Да ничего. У нас есть ордер на обыск. Просто пропал другой ваш сосед, Денис. Ниже этажом. Денис? Поэтому проверяем всех подозреваемых. А в чем подозревают этого соседа? В педофилии. Дениска пропал. В научном центре Института прикладной кибернетики было официально заявлено об открытии. Вот он реально предсказал результат. Я проверял. Русский был в полной заднице. Ставки упали 1 к 50. Кто взял банк? Режиссер этой передачи, вот с этой девицей. Я ее знаю. Она пару раз нам уже информацию сливала за деньги. Любит деньги. А может, напрямую этого ботаника пощупать? Давай, мол, в долю. Не получится. Я его пробивал по линии нашей конторы. Там все закрыто. Его кто-то реально пасет. Наши могут. Давай тогда через эту девицу. Сколько она хапнула? 5 штук. А значит, встречу. Приготовь деньги. На завтра? На сегодня. Дело серьезное. Из Вегаса звонили.
Вы какая гадость. Хм. Забеспокоились тамошние боссы. Оперативно работают. Ну так это ж не наше русское долбо. Если этот вундеркинд научится предсказывать рулетку, все останутся без работы. И мы в том числе. Не дай боже. Угу. Ну, он типа пригласил. Как бы это. Говорил, что продюсер. Угу. Фотки показывал. Говорил, что его команда на гастролях. Угу. Я играю на бас-гитаре, а Юрка на ударных. Ну... Ну? Ну, мы типа как бы не думали. Ну, пиво дал. Понятно. Давайте, давайте, вспоминайте. Вспомните, что подойдете. Руки давай сюда. Прочитайте и здесь распишите, что все правильно. Пойди посмотри там, может, найдешь что-нибудь. Хорошо. Дамир, ну что, говорят что-нибудь? Ух, показания хорошие. Угу. Сейчас в присутствии понятых у вас будет произведен обыск. С санкцией вы ознакомлены. Советую сдать предметы, которые запрещены к обращению. Угу. Да и милые ваши санкции. Один звонок, и вы в жопе. Я вижу, вы не успокоились и здесь о жопе думаете. Понятно. Смотрите, не злите нас, а то отправим спец в каморку. В два счета раскорячат. Это я вас раскорячу. Мне бы только до телефона добраться. Неделя у меня. Под окнами маршировать будете. С песнями. Слышь, рот закрой. Аккуратней, аккуратней. Так, понятые, подойдите, пожалуйста, сюда. Хорошо. Так, сейчас посмотрим. О, чудненько. Что у нас здесь? Неплохо. Кирилл, Миша, Славик, Вова, Рома. В прошлый раз сколько дали условно? Не помню. А мы все помним, у нас записано. Да-да. Испытательный срок не выдержан. Ребят, забирайте его в управление. Я никуда не поеду. А ну, встал! Пошел! Аккуратней! Ай, больно! Пусти! Вели ногами! Вели! Гадина! Все-все-все! Заткнись от меня, пошел! Сейчас я отпущу. Подождите меня в машине. Хорошо. Сергей! Да? Опечатаешь тут, разберешься? Я на базу. Да, конечно. Вы уж извините, задержали вас. Да ну что вы, даже интересно было. Не думал, что вы таким кагалом к извращенцам ездите. Хотите кофе? С удовольствием. Тогда поднимемся ко мне. Да это только сейчас. На психику даю. Есть вероятность активизации серийного маньяка. Ну, вы же знаете, что в городе творится. Я не смотрю телевизор. А я вас узнал. Вчера вечером вас по телевизору показывали. Я, правда, не совсем понял, чем конкретно вы занимаетесь. Искусственный интеллект и все такое. А вот прогнозирование единоборств и спорт – это классно. Да, серийный, говорите. Это интересно. У нас накопилась масса данных по серийным маньякам. Мы на них, собственно говоря, и строим наш искусственный интеллект. А почему он маньяк? Все очень просто. У маньяков активизируется ограниченное количество зон. Их мир в этот момент узок и вертится вокруг единственной цели. Облаять кого надо? Или покусать? Нет. На этот раз никаких заказных статей. Полное инкогнито. Вы будете встречаться с Вадимом Шмелевым. Вы его знаете? Ну, что вас удивляет? Вы с ним встречаетесь. И любым способом добываете у него для меня программу. Фрагмент программы. Информацию о ней. Чем больше, тем выгоднее для вас. Аванс? Вчера вы заработали $5000, извольте. О, да вы букмекер. Ну, в какой-то степени. В какой-то степени. Хотя мой интерес значительно выше букмекерского. Игорный бизнес? Ближе. Или, как в той детской игре, теплее. Хотя дальше не рекомендую угадывать. Понятно, могу обжечься. Умница. И главное, не стесняйтесь. Нам, собственно, эта программа интересна только для того, чтобы понять, что она безопасна, ну, для нашего бизнеса. Покупаете меня на мои же деньги. Ну, а кто бы вам их отдал, девочка моя? Действительно. А вот здесь приглашение на вечеринку в честь успехов Вадима. Да вы просто волшебник. Злой или добрый? Смотря по обстоятельствам.
Ой, какой здесь воздух прозрачный. Ей-богу, так бы гулял всю жизнь. Вас подвезти куда-нибудь? В ближайший автосалон. Хм. А это мило. Поехали. Разумное вложение денег. Вы какую предпочитаете? Нашу или иномарку? И какую вторую? Я держу несколько автосалонов. Могу замолвить словечко, прошу. Завтра же кредит будет ваш. Поехали. И что интересно, в момент принятия решения маньяк полностью меняет свою стратегию. От бессознательного переходит к логическому. И при этом действует, не ошибаясь. Процент прогнозирования возрастает с 10, как у обычных людей, до 80. Неужели? Мы проверяли. Потрясающе. То есть вы можете его найти? Не совсем. Мы можем найти конкретного маньяка, по образу которого была обучена нейросеть. То есть все-таки сначала мы должны его поймать. Но я тогда без вашей программы спрогнозирую его будущее на 100%. Вообще-то можно было бы попробовать и использовать косвенные данные в обучении нейросети. Мы уже обкатывали такую модель. Какие косвенные данные? В основе нашей модели лежат два фундаментальных камня. Первый – это нейрохирургическая карта мозга зон активности маньяка. Вот. А вторая – это программа. Проще говоря, мы разработали новую систему ввода данных с помощью идеограмм и логограмм. Не понимаете, да? Не совсем. Но мы придумали новый язык иероглифов, где каждый иероглиф обозначает какое-то понятие. Либо это личностные эмоции, либо это внешние факторы, либо это мотивация. И это заработало. Да. Мы оцифровали экстремальную интуицию первыми в мире. В общем, неважно. Извините, мне надо ехать, а я машину разбил. Я подвезу. Послушайте, а если нам попробовать поработать вместе? Ну, по вашей программе, с нашим маньяком. Ну, в принципе, можно попробовать. Отлично. Куда едем? В центр. Там один бар, я покажу. Спасибо за кофе. Не за что. Здравствуйте. То же, что и в прошлый раз. Что? Вы меня ни с кем не путаете? Я профессионал. Ну так что, как в прошлый раз? Допустим. Да, вы в прошлый раз конверт оставили. Теперь спокойно возьми конверт. Ничего страшного, что не помнишь, здесь к таким привыкли. Финляндский вокзал, номер ячейки. Теперь просто уйди, все в полном порядке, спокойно. Сколько я вам должен? Ничего. Вы когда в тот раз заказали, не выпили. Вот так. Такое бывает? Бывает. Побачьте, добрые панове, какой рахунок Шахтер, Динамо, Киев? 2-0. Шахтер сделал Киев. Вот спасибочки. Вот гадьба. Подмагнуть? Мужик, ты кого? О! Эдик. Не признал. Глаза, глаза. Нальешь? Налью. Я сегодня богатый. Только ты вот зря хохлом-то прикидываешься.
не перспективно. Лучше бы говорил, что у тебя в бразильской команде сват. А что, могу и по-бразильски? Только ты не поймешь ни хрена. Сможешь по-бразильски? Запросто. Ну, пойдем. Подожди секундочку. Сейчас подойду. Лена! Лена! Иду, иду. Рюмочку мне. Галя. Галенька. Галенька. Это не ко мне. Такие деньжища только у шефа выдают. Пришел. Пусть проходит. И не пускай ко мне никого. Да, все поняла. Проходи, счастливчик. Вообще-то запрос за 3 дня посылать надо. Запрос пойдет на днях, а мне нужно срочно. Понятно. Так что мы ищем? Меня интересуют материалы по маньякам и серийным убийцам. Вообще-то это не одно и то же. Я знаю. Пожалуйста, распечатайте мне выборку по криминологическим признакам. Так, это где-то здесь. Вы знаете, у нас архив хороший вообще-то. Только база старенькая и компьютеры плохонькие. Да и с бумагой тоже плохо. Но мне очень нужно. Помогите, пожалуйста. Ну, хорошо, я распечатаю. Спасибо. Ну, так вспомнил, сколько мы с тобой знакомы? 5 лет. Вот-вот. 5. И за все, что я для тебя сделал, ты решил меня кинуть. Не кинуть. Сеня мне фарт приварил. Фарт? Ты же знал результат. Я догадывался. Ага, он догадывался. Да ты должен был прибежать, сказать: Сенечка, мы можем опустить всех конкурентов. А ты вместо этого опустил своего лучшего друга на 10 тонн. Сеня, прости. Прости? А ты знаешь, что за это прости? На зоне штырями шпигуют. Ну и что мне с тобой делать? Ладно, в последний раз. Значит так, покажешь этого астролога моим. Хорошо. И никаких вольностей у меня без меня, ты понял? Да. Свободен. Сеня, неплохо. Пошли. Ну-ну-ну-ну-ну, ты что? Им уже плохо. Сеня, мне очень плохо. На. Что-то опаздывает наш вундеркинд. Получит сбучку. Не надо. Он великолепно выступил в Японии. Здесь был хорош. Итак, надо продвигать программу. Да, нами заинтересовались. Кто? Политики. Олег, опять вы начинаете петь свои старые песни. Политики приходят и уходят. Вместо либералов приходят радикалы. Их меняют консерваторы. За ними следуют эти... фундаменталисты. Я. Но... меняется все. Остается единственная профессиональная сила. Генеральный штаб? Я. У меня наметился прорыв. Фундаментальный набор нейролептиков и программа Вадима. И мы создадим идеальным солдатом. Позвольте, из кого? Из любого идиота. Понятно.
И что для этого надо? Надо экспериментальную базу подопытных кроликов и много денег. Больших денег. И они будут. Ха, откуда? А вам не все ли равно, откуда? О, Гену. Извините. Проходи, проходи. Извините за опоздание. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Перекуси, если хочешь. Нет, спасибо. Кстати, твою машину сделали. Сейчас пьем кофе и едем. Это куда? Развеется. Развеется – это что? Старинная мужская забава. Ха-ха. Ага, по бабам. Да. Разрешите? Разрешаю. Вот. И что это? Точно такое же убийство. Расчленил, упаковал в полиэтилен и спрятал у старика-соседа. Угу. Бывает. Не у себя же хранить. А убийство в Колпино в прошлом месяце не раскрыли. Да в Колпино за рубль зарежут. Не помню. Ну, попытка расчленения, упаковка полиэтилен. Да нет другого способа избавиться. Только по частям и в пакеты, а потом в контейнеры с мусором. И на свалку. Все убийства одинаковые. Закопал и надпись написал. Капитан! Что? А ты на год смотрел? Не месяц, а 3 года и месяц. Это же Дятлов. Приговорен к вышке. Отсрочено. А это помнишь? Приезжий из-под Тирасполя, Костян. А? Приговорен к пожизненному. Дела давно минувших дней. Тьфу ты. Я же не знал, что у них принтер плохо печатает. Тройка вместо пятерка. Тройка тебе, а еще магистр. Ты бы еще учебник почитал. Там все есть. Сиди, сиди. Чай будешь? Да ладно, не обижайся. На обиженных воду возят. Я ж понимаю. Тебе везде сирийщики мерещатся. Кто о чем, а вшивый о бане. Сколько сахару? 1. Молодец, Вадик, хорошо. Ага. Дай! Ничего, ничего, бывает. Дай! Дай! Молодец! Бату, другое дело. 93 из 100. Отлично стрелялся. Ну чего ты? Первым номером пойдешь от клуба, тренируйся. Спасибо, спасибо. Неплохо. Ничего, ничего, нормально. Удыба. Я развеялся. А я намазал. Дай. Как никогда. Ну, значит, с вас причитается бутылка водки. Гюнтер, вы же водку не пьете. Ну, иной раз мотивация важнее результата. Вадим, ты куда? Отметить. Извините, мне надо бежать. Спасибо. Гюнтер. О. Завтра не опаздывай. Да, конечно. Будут нужные люди. Понял. Cherchez la femme? Что? Женщина? Да нет, не похоже.
Хорошее ружье. Ему нужна женщина. Всем нужна. У Вадима была девушка, Дина, подруга Алексея. Помните? Вот тот. Талантливый парень, психолог. Ну, вы его к нему приставили, да, когда у Вадима был срыв. Так вот, от Алексея она ушла к Вадиму, а теперь от Вадима сбежала. Это плохо. Как знать? Вадим – это современная Кассандра. Его интеллект идеально сходится с компьютером. И только они оба вместе могут достаточно точно предугадать будущее. Да. Вадим – это наш капитал, а капитал надо беречь. Это я понимаю. А при чем тут женщина? Женщина – это необходимая закономерность. Ну, если у вас все есть, вы об этом не думаете, вы спокойны. Гюнтер, я спокоен. А Вадим нет. Я это вижу. Процентов кодов имена владельцев и важные для них даты. Кто владелец? Тогда, может, просто номер ячейки? Да, номер ячейки. Можно до бесконечности. Подожди-ка. Вадим В. 5 апреля. 5 0 4. Документики предъявите. Да, сейчас. Так. А в портфеле что? Простите? Ну, покажите, что в портфеле. Сейчас. Так. Так, проездной. На дачу едете? Да. А? Спасибо. Всего доброго.
Дамир, дай-ка мне пощупать капитана. Свежей крови захотелось. Ну, давай. Я больше боксер, я не самбист. Ну, так добей. Рукопись прочел? Прочел. Терпи, капитан, терпи. Терпите, товарищ подполковник, терпите. Твою мать, капитан. А при чем тут моя мама? Притворился боксер. Ага, он тоже притворяется. Кто? Убийца Стасик. Удар ножом. Притворяется. Кем? Участковым? Нет. Или дворником? Да нет. Маньяком. Он читал рукопись. И, возможно, даже сделал копию. Там есть похожее убийство. Его разыграли, как по написанному. Все, перекур. А зачем притворяться? На каком-то этапе у маньяка снижается удовольствие от убийства. Ему хочется поиграть. С кем? С нами. Позвонил же он на радио. Я вернулся. Понимаете? И он не остановится. Возможно. Только не надо из него делать этого. Людоеда Лектора. Обычный псих. Лежал со Стасиком в психушке, ходил в гости. Ну и грохнул. Я заглянул на эти сайты виртуальных придурков. Ну и? Играют все. Смакуют все. Вплоть до рецептов шашлыков из человечины. Подожди, подожди, ну! Курнуть бы. Ты говори, говори. Это у меня привычка. Как про труп, так курить тянет. Ну, версия такая. Они познакомились в интернете. Ну, маньяк узнал, что Стас пишет эту историю. И это натолкнуло его на мысль. Интересно. Но пока фантазия, а нам нужны факты. Дамир, ты там полегче с ней. Хорошо. Разницу чуешь? Хотя оба на букву Ф. Ф. Чего? Ф. Буквы Ф не существует. Слушай, капитан, не зарывайся. Меня сейчас одна буква интересует. Р. Раскрываемость. Предложение. Для начала можно прощупать этих кулинаров из интернета. Лажа. Месяц будем искать в сети, шерстить все сайты, а найдем пару прыщавых вегетарианцев. Мысль ненаказуема. От нас результата ждут, а ты в ботанику полез. Нет, ну хотя бы попробовать. Нет. Сначала обоснуй версию. Даю 2 дня. Поэтому не оставил кода. Код из 3 цифр – это 1000 комбинаций, плюс буквы – итого 4000. Кто мог знать, что ты наверняка отгадаешь? Кто, кроме тебя самого? Надо разобраться. Надо во всем разобраться.
Привет. Привет. Ну что, с бабами общаешься? Я все вижу. С какими бабами? Ты где? Прямо за тобой кобелина несчастный. Да где? Где? Не вижу. Не понял. Редакционная? Моя. Не понял. Купила. В кредит. А деньги откуда? Заработала. Чем? Идиот. Настя. Настя, прости, пожалуйста. Ну, я дурак. Так с вами и надо, с дебилами. Ну, правда. Откуда деньги? Клиент. На первый взнос хватило. Так, мы же хотели на свадьбу. Ты что важнее, я или свадьба? Форма или содержание? Конечно, содержание. Ну и форма тоже. Руки. Держись. Скажи, что ты меня любишь. Сейчас. Люблю. Наше здоровье. Пьяная за рулем. Ты что, поедешь? Приглашена. Вечеринка в честь этого предсказателя. Вадима. Я его в понятые взял. У нас вчера операция была, так там одного гражданина, так сказать, за жопу взяли. Так это Вадим его сосед. Не трогал бы ты Вадима. Почему? Это моя тема. Понимаю. Новый автомобиль. Такой аванс. Оно того стоит. А я хочу болтать его на программу прогнозирования маньяков. Не лез бы ты в это дело. Это угроза? Предчувствие. Предчувствие ее не обмануло. Ты куда? К
К маньякам. А правда, что соскари, которые занимаются поисками маньяков, сами становятся маньяками? Сексуальными. Правда? Не очень вовремя. Мы же договорились. Я скоро закончу. Рассказывай. Я не знаю, с чего начать. Сначала. Мне подбросили конверт. Кто? Не знаю. В конверте номер ячейки на вокзале. В ячейке портфель. В портфеле проездной до Кирилловского и план с крестиком. Как в сказке. Ларец, ларце, яйцо. В яйце игла. Я поехал туда. Там дом на горе, полуразрушенный. Похоже на бывшую больницу. Вчера ты говорил про воспоминания, что они нахлынули. В доме тоже нахлынули. Но другие. Я убежал. От кого? От себя. Счастливчик. Да перестань их чистить, они чистые. Я знаю. Я не слепой пока. А вот у тебя с нервами. Что еще было в портфеле? Неважно. Да. Меня кто-то обкладывает со всех сторон. Подбрасывает не мои вещи, читает мои мысли. К чему-то меня подталкивает. Помнишь, у Стругацких один человек изобретал что-то революционное и зашел туда, куда заходить не стоит. Природа сразу начала его гнобить по полной, вплоть до самоубийства. Очень похоже. Я предупреждал, взяв за основу матрицу прогноза маньяка. Ты оказался внутри. И это будет воспроизводиться во всех явлениях. А поскольку она является частью тебя, то все, кто рядом с тобой, находятся в зоне ее действия. Гюнтер изменился. И батя. Все изменились. Внимательно зафиксируй взгляд на кончике этой ручки. Только глазами. Расслабляй тело. Руки и ноги становятся тяжелыми, безвольными. Следи за ручкой как можно дольше. Глаза закрываются. Твое подсознательное расставит все на свои места. Медленно прокрути все от начала до конца. Только происходит это не с тобой, а с другим человеком. Не связывай себя с ним. Называй его просто он. Он мальчик 10 лет. Он видит, как убивает его маму. Мама! Он видит лошадь, которой выдал его убийца. Убийца услышал ее ржание. Он наклонился над мальчиком. Дом на горе, комната, врачи. Ему делают укол. Продолжай. Комната. Что в ней? Он вышел из комнаты.
коридор. Он спускается в подвал на шум цепи. Для кого цепи? Кого держали в подвале? Открой глаза по счету 6, 3, 4, 5, 6. Ты легко входишь в гипнотическое состояние, значит, это привычно. Видения тоже привычны. Ты впадаешь в свои видения спонтанно, но кто-то подключен к тебе на подсознательном уровне, и этот кто-то воздействует на тебя. Очень сильная личность. Что делать? Абстрагируйся. Вот как сейчас. Необходимо, чтобы происходящее перестало быть частью тебя. Понятно. Слушай, как ты это делаешь? За деньги, но для своих бесплатно. Я возьму? Пожалуйста, только коричневые. Нечестно, их меньше. У хозяина должно быть преимущество. А ты орал, зачем, зачем? Ни зачем. Тебе Дина не звонила? Нет. Если позвонит, попроси ее связаться со мной. Конечно. Про новые методы прогнозирования будущего. Ну вот ты посмотри на себя. Тощий, как мартовский кот. Ешь, кому сказано. Ой. Ну вот возьми рыбки. Помидорчик, возьми салатик. Вкусно, правда? Съем. Ну а почему ты ничего не ешь? Ты только пьешь шампанское. Бать, спасай. На него. Одно шампанское, Маша. Рюмка за рюмкой. Машенька, займись гостями, а? Ой, да, ну вас. Вадим, пойдем. Я тебя познакомлю с полезным человеком. Вадим, познакомься. Иван Петрович Сидоров. Очень приятно. Что? Вадим. Сейчас, одну минутку. Извините, пожалуйста. Извините. Вадим Геннадьевич, мы с вами уже знакомились. Очень рад, Вадим Геннадьевич. Очень рад. Я профан в науке, но то, что видел, изумительно. Спасибо. Такой результат. С чистого листа. Ну, не совсем. Фантастика. Можете себе представить? Горит, можете сомневаться. Конечно. Вы меня извините, я отойду. Позвольте к вам присоединиться. Вадим, поздравляю. Хорошая работа. Спасибо, дорогой, спасибо. Попались? А вы обещали мне интервью. Вы здесь. Ну, давайте не сейчас. А когда? Завтра или послезавтра. Давайте с неприятным кончать сразу. Уверяю вас, это не больно. Интервью я беру под наркозом. Еще никто не жаловался. Итак, завтра вы, я и диктофон. Очень приятная компания. Тяжело отказаться. Вопрос дилетантки. А ваша программа, она очень большая? Вы хотите переписать? Очень. Женихов предсказывать. Ну, хорошо. Я думаю, скачаю для вас вариант специальный для женихов. Обманите? Тогда женюсь сам. Ну, вот видите, на самом деле девушкам женихи ни к чему. Это надо переварить. Поздравляю от всей души. Я вас поздравляю. Спасибо. Вадим, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Извините. Вадим, что с тобой? Все нормально, батя, все нормально. Маша. Что случилось? Маша. Господи, да он весь бледный. Ничего, все нормально, он просто переутомился. Маша, найди срочно Валентина, пусть отвезет его домой. Бать. Вадим, родной мой, тебе надо отдохнуть. Все, все.
все будет нормально. И уже не искалечит смех лощеных дураков, ведь запрыгнул ей на плечи мокрый ангел с облаков.